Если смотреть с точки зрения Европейского Союза, конечно, Европейскому Союзу, как большому формированию, куда входят большие страны, такие как Германия, Британия, Франция и другие, более интересно работать с теми же правилами, по тем же правилам, с большим формированием, с большим составом стран, чем с каждым отдельно, по разным правилам выравниваются многие и технологические, качественные параметры, требования экономических взаимосвязей и как внутри, так и с внешним миром. Поэтому, скажем, отработав систему сотрудничества, например, экспорта или совместных инвестиционных проектов или научного сотрудничества с Россией, по таким же правилам можно работать с Белоруссией, Казахстаном. И наоборот, скажем, если отработать с Белоруссией, значит, можно по таким же правилам выходить и на большее экономическое пространство, на большие рынки. Это были мнения и, можно сказать, отклики на газетные статьи Путина и Лукашенко, отклики из стран Евросоюза.